Погнали дальше. Это что за турель сейчас будет? Салют, ребятишки! С вами, как всегда, Намбат. И мы продолжаем прохождение My Friend Pedro. Будем искать интернет в канализации. В прошлой серии мы сюда проникли. Вход охраняли кибердружинники. Также какие-то полоумные геймеры. Мы уже в пути, мэм. Везем детали, которые вам нужны. Отличная работа, солдат. Вольно, конец связи. Так. Сейчас. Сейчас мы его как-нибудь красиво уделаем. А можно? Подожди, а как? Ага. Не, а, вот, вот так надо было сделать. Ну ладно. Поехали. Сейчас мы их всех по-быстренькому. О, черт, я только спалился зря. О, попал. Погнали. Ну, тут пока линейное прохождение. Блин. Да ё-моё. Так, хорошо, красиво, хотя не очень. А ну нафиг, пошли. Вот гады, а. Блин, вот я хочу... Как-то так хотя бы сделать, что... Э, а ты как выжил-то? Офигеть, он еще и выжил. Ой. Ага. Блин. В коробку там спрятался. Так, соберем патрончики. Ага. Так. Тихо. Но я не хотел сюда падать так-то. Оп. Оп. Так, а тут в вагон заходить. А можно было сверху обойти. Блин. Обойдем сверху. Вот так вот. Да ну блин, ну чё за... Где отсюда? Мне все равно туда. А то есть мне все равно сюда надо было сначала. Так что я все правильно сделал. Ага. Погнали дальше. Это что за турель сейчас будет? Блин, у меня нет патронов. А, я понял, понял. Тихо. Валим. Валим. Вы что там, Робокопа пересмотрели, блин? Так, а теперь что тебе ломать? Спереди? Ой. Похоже, да. Повернись. Ай, серьезно? Спереди его ломать надо. Офигеть. Так. Приехали куда-то уже. Так быстро? Ну ладно. Куда это мы прибыли? Какой-то киберпанк. Добро пожаловать в интернет. Меня зовут Офелия, я здесь всем управляю. Не думала, что ты сможешь сюда добраться. Но я даже рада, ведь теперь я смогу лично с тобой расправиться. Если ты, конечно, сможешь дойти до меня живым. А она вполне милая. Значит, это и есть интернет. Я ждал чего-то более высокотехнологичного. А тут просто связка труб какая-то. Ладно, неважно, давай заглянем к Офелии и покончим с этим вопросом раз и навсегда. Да.
Cyberpunk начинается. Так. Оп. Здесь бы навести порядок. Я точно видел, что некоторые из этих труб даже ни с чем не соединены. Так, а чё это у нас тут? Меня же сейчас ударит, да? Ни хрена. Типа надо... Нет. Ни хрена себе, подожди. Ни хрена не понял сейчас. Как это обойти? Ну, только если так. Они так быстро восстанавливаются, и жизнь мне сняла. Так, 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 так. Давай вот так. А, это снизу была. Блин, да я так умру. Так, ладно. Иди, сгори там. Так, ух ты ж, блин. А, нет! Да. Ах ты, собака. Корявенько, но чего, блин? Ух ты, блин. Это жестко. Так. Ой, не то нажал. Ага. Вот так вот. Ой. А, то есть, понятно. Ух ты, это какой-то робот там был, нифига себе. Крепкий парниша. Там пушка крутая, надо патроны взять. Оп, оп. О, круто. Баллоны с газом. Так. Блин. Еле успел. Ого. Чего? Как я умер-то вообще? Ни хрена не понял. И как эту хрень сломать? А, наверное, вот так. Блин. Вот так. Блин, 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 я не успел. Да. Жопа. Просто жопа. Вот так просто надо делать. И все. А, эти двигаются. Все, понял. Ай, я придурок. Так. А, я понял, как надо. Сейчас. Угу. Да меня бесит. Меня
бесят теперь все игры почему-то после таких моментов. Да как она меня задела? Так, эти не двигаются, интересно. Но они не ломаются. А! Засранец. Да как тебя убить? Ты бессмертный там, что ли? Офигеть, они мощные. Так. О. Тут не сложно вроде. А. Ну да, можно успеть. Даже вот так сразу надо, да. Угу. А, да, пипец. Ну блин. А, чуть не убился. А, я не успел. Блин. Да ты чё? Да ты сдохни! 4 гранаты потратил. Ага. Так. Блин. Так. Тихо. Не спешить. Да. Ты чё, блин? А, ё-моё, мина. О, ящик спас. А, ну я понял, надо, короче, вот так делать. И вот так делать. О! На. Минус голова твоя. О, хорошо. Блин, мины. Хм, тут, наверное, надо. Вот так. Ура! Ну, Офелия, когда я доберусь до тебя, тебе мало не покажется. Хорошо, неплохой прогресс. Ты приближаешься. Оу. Отлично. Вот и все. Оу. Май. Гад.
Да, тут жестко, конечно. Он умер, потому что на него упал кусок туши. Ой-ой-ой, сам чуть не умер, упав туда. Так, давай. Бегом, 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 бегом. Оп. А, как так быстро убивает? Подожди, а как тогда надо было быть? Ой. Так, ладно, да выкинь ты нахрен это говно. Надо было попозже прыгать просто. Так, тихо. О. А не, не так. Блин, а что делать-то? Ау. А куда мне идти-то? А, я понял, кажется. Все? Открыли? Ну да. Угу. Погнали. Так. О! А, ты уже давно сдох, да? Значит, мы стреляем сюда и бежим к тому парню. Нормально. Нет! Так, а дальше прыгать надо. Ой, хорошо. Так. Я не заметил такого. Надо вот здесь было встать. О, отлично. Так. Угу. Надо подумать. Да здесь просто прокатиться надо, да и все. Вот сейчас прыгать надо было и все. Ну, так-то несложно было. Пошел ты. Блин, тут труп мешает, по-моему, да? Да блин! Так, что взять-то? Ага. Так. 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 Хм. Положи. А, это дверь, да? Угу. Нормально. Так. Так, мне же тут не достанется, блин. Фу. Ё-моё, эти шарики долбаные. А! А, блин, как вас смочить-то? Вот так. Так, тот надо. О, красота.
Так. Ого. Подожди, я стою сюда. А, нормально. Так, интересно, почему я должен стрелять в тот баллон? Что это даст? А, того убьет. Хорошо. А эти бронированные, как бы мне их пострелять, надо и убежать, да, они взорвутся. Хрен его знает. А, нифига, то есть пробивает сквозь него и попадает в баллон. Что-то я не до конца это понял, как это работает. Так, тот ящик не хочет ломаться. Не помогает ничего. Тогда так. Офигеть! То что было сейчас? Ладно. Блин, поранили, гады. Оу. Тихо, не съезжай только. Так. Да куда можно безопасно? Вот до сюда спуститься, да? Так, один, второй. Один, второй. И надо между ними просто лезть. О, хорошо. Прорвался. Блин, пистолет самое лучшее оружие. Ой! Так, ну и все то же самое, по сути. Ой-ой! Замешкался. Так вот вам. О, сейчас шарики будут, да? Дробовик. А, и он же бьется еще током, блин, зараза. Блин, она обратно не хочет поехать. Зараза. Я все запорол, да? А, нет. Вот так. А, теперь бочку надо сюда. А я понял. Давай, поехали, поехали. Поехали, поехали, поехали. Ждет пуля с твоим именем. А, как бы не так. Бэм. А, попали еще в меня. Так, давай. Тихо. Оп. Оп. Блин. Да ёб твою мать. Какого хрена ты не допрыгиваешь? Там же я не думаю, что надо от стенки прям допрыгивать. Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас еще раз. Вот так. А, бляха-муха. Давай.
Куда дальше? Тихо. Фу, прошел. Так, тут есть бочка, с помощью которой нужно это пройти. Значит, мы делаем вот так. Оп. Проходим сюда. Потом сюда. Ай! Вот так, все. Блин, опять эта крутилка с платформами. Умри. Так, значит, я сюда сейчас перекатываюсь. Ой, да не сейчас. Уезжаю туда. Проскакиваю туда, потом сюда захожу. В принципе, несложно. Вот сюда выкатываюсь сейчас. Сюда укатываюсь. Потом сюда укатываюсь. Нет, свали-ка. Так, я подымусь туда. А, и укатываюсь сюда. Все. Давай. Блин, а это еще не все. Она еще направо, налево уходит. А! Ну ладно, давай. Ой, хорошо. Так. Поехали. Что скажешь? Посмотрим, насколько ты хорош. Ух, я тебе. Так, что там? Эти сейчас поедут за мной, наверное. А мне надо будет вот там пробить. Они едут, они едут. Я так и знал. Ай, не-не-не, давай. Тихо, молодец. Сразу две перепрыгнул. Давай, давай. Ой, в рычаг попал, вообще супер. Обратно. Блин, вот это жопка. Сейчас мне жопу. Эти приемы, я их знаю. Да я, блин, мне сейчас жопу-то подпалят. А, жопа моя сейчас будет гореть. А тут как? А, на крюке. Куда, куда? Сюда. Так, дальше. Ждем, ждем. Перекатываемся. Отлично. Бегом, бегом. Тихо, не так сильно. А, тут не жарит. Фу, где ты научился так сражаться? Я уже видел эти приемы раньше. Ну так. Лошара ты просто, вот и все. Все, надеюсь, тут больше такого. Ой, шарики. О, черт, соединение здесь лагает. Активировать лазеры с замкнутым контуром. Что? Чего? Их перепрыгивать надо. А шарик ты мне дашь? Нет. Не даст. О, хорошо. Так, тихо, спокойно. Это надо увернуться, да? Я не знаю, я уже, блин, много раз пробовал. Тихо. Где бляха-муха? Идиот. А почему он... А, вот почему. Вот почему он так не сделал. Дебил. Ну ладно. Так, спокойно, спокойно. У-у-у-у. Да, потихоньку попинаем просто. Тихо, высоко-то не вставай. Да блин, чё, серьезно? Иди нахрен отсюда вообще. Сейчас сначала тех перестреляем. Пошел отсюда. Так, сейчас что-то будет. Нет. Так, сюда, потом сюда, потом сюда, потом туда. Там шарики, мячики, но можно разбить и свалить сюда. А, шарики, мячики, это если я лазер задену, я понял.
Хорошо. А чё, блин? А, сюда надо. Ё-моё. Давай. Оп. Все, отлично. Ого-го. Оп. Ай, блин. Бляха-муха. А, я понял. Ай, зараза. Так, блин, а чё он сразу-то не хочет катиться как надо? Блин, нифига не понял. Блин, не дается зараза. И стол этот вонючий только мешает. Блин, а как тут надо было пройти? Я что-то так и не понял. Так. Оп. Оп. Так, что здесь? А если я пригнусь, то все нормально. Так, что дальше? О-о-о-о. Это подожди, немножко не понял, как так. А, подожди, так меня же расплющит. А, не, не расплющит. Давай пробовать. Блин, не так. Вот так. Можно, конечно, перепрыгивать. А так и надо, походу. Тихо. Нет! О-о-о. Так, ща. Стой. Так, хорошо. Ой, красота. Так, здесь что, он подъезжает просто. Так, теперь надо на него запрыгнуть как-то. И потом перепрыгнуть эту херню. Опа. Так, здесь что у нас? Хм. Тут сразу три-то не перепрыгнешь. В всякий случай дробовик, если эти повылазят. Ой, так... Мне кажется, вот тут надо сразу в центр прыгать. Хотя, блин, а потом... Но по-другому я не вижу здесь прохождения. А сразу два я могу переп... Такое расстояние, в принципе, можно преодолеть. Ай! Блин, лошара. Да, блин! Нафиг, а. Так, все. Опа, стой. Так. Тихо, эти ездят. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, не так. Надо туда, уж когда она почти там. Вот так. Опа! А! Поехали. Опа! Так, отлично. Эй! Фу, проскочил. Так, тут-то что, я что-то не понял. Туда я упаду, типа буду помирать там. Ну это ж легко. О-о-о-о. Так, ну здесь хорошо. Поднялись. Здесь потихонечку. Сильно не раскачиваемся. Оп. Здесь тоже надо, главное... Тихо, тихо. Ага. А здесь наоборот, надо раскачкой проходить, да? Оп, все.
А веревка лазеры пересекает, пофиг, да? На это не срабатывает система безопасности. Опа-на. Подожди, не понял. Ага, вот так. Ой-ой-ой. Супермен. Так. Ну что, мы там встретим эту Офелию-то или нет сегодня? Интернет был гораздо веселее до того, как Офелия начала его цензурить. Ну, так всегда бывает. Я вот, например, тщательно отбирал для своего плейлиста видео с котиками. Но в итоге его просто удалили из-за неприемлемого содержания. Подозреваю, Офелия предпочитает собак. Вот такие вот они. Офелия. Джемми, куда? Мне сюда. Ух ты! Снайперка, да? Так, 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 так. Как бы мне не попасться. Да, во-во-во, вот так. Ай, он спалил. Он спалил меня. Ага, ну и пофиг, что спалил. Снайперку пока не дают. Блин. Патроны надо экономить вообще-то. Вас этому не учили? А! Он ХП снимает сразу. Блин! Серьезно? И все, и он уже на мушке держит. Во, нормально. Зараза, а? 2 хп у меня снес. О, я заберу его снайпер? Опять не заберу. Нет, ненавижу. Ой-ой-ой, увернись. А, вот оно чё, надо уворачиваться. Да умри же ты, зараза. Надо уворачиваться от снайперов. Все понятно. Сейчас. О! Эй, тихо, пошел нафиг. Ай-яй-яй-яй! Я пошутил, пошутил, ребята. Блин, мертв, понял. Тихо. О, хорошо. Тихо. О. Так, где тут кто? Где тут кто? Это что там такое случилось? Кто-то попал в баллон с газом. Так, снайпер тут один. Блин, их двое. Ну, делаем так. А, увернись. Офигеть. О, аптечка. О, снайперка. Оу, подожди, подойди сюда. Ай, красиво, ай, хорошо. Э, в смысле, а чё он не умирает-то? С неё чё, только в голову надо бить, что ли? Ой. В смысле? Подожди, а куда идти-то? Там, наверное, где-то есть рычаг, точно. А, ну все, тут можно сейчас всех со снайперки просто крошить. Ха-ха-ха.
на всякий пожарный. Ай! Ладно. Убьют? Попал. А ты не попал. Тоже мне снайпер. Упс. Блин, а как мне? О, я увернулся, только по-другому. Можно вот так, кстати. А, хорошо. Нифига она там патронов тратит. А что делать-то? А, рычаг попасть теперь. Попал. Сейчас, вот так. Ох, ну что ж. Наверное, продолжим мы в следующей серии. Полагаю, в наши дни диктатор интернета имеет самую масштабную власть. Человеческое мировоззрение строится на том, что люди видят в сети. Если ты можешь контролировать то, что демонстрируется пользователям, ты можешь ими управлять. Да, конечно, так оно и есть. И в следующей серии мы разберемся с этим диктатором, чтобы никто не посмел нам тут цензуру в интернете вводить. Все, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До следующего раза. Всем пока.